Привет, меня зовут Наташа, вы на канале Ната Габиана Геймс, и мы продолжаем. Итак, мы расследуем новое дело, которое называется «Тайна исчезнувшего поезда». Так, мы здесь вроде бы исследовали станцию, и нам нужно ехать в Ившем, да? Или куда нам? Сейчас посмотрим. Да, там мы здесь. Значит, в Бридлингтон. Угу. И так, и что нам здесь надо делать? Дверь открыть. Что это такое? Путевые почтовые мешки. Так. Угу. Разгневанный пассажир. Так, сейчас поговорим. Это безобразие, и так всегда случается с этими компаниями. Никакого уважения к пассажирам. И что у него не так? Рабочая одежда. Дешевый билет. Грубая кожа. Женат. Ну, все понятно. Что случилось? Пожалуйста, успокойтесь, сэр. Что вас встревожило? Встревожило? Что меня встревожило? Я расскажу вам. Прошлой ночью мы с коллегой ехали в поезде домой. А потом появился этот чудный билетный контролер, который начал доказывать, что наши билеты недействительны. Он заставил нас сойти с поезда, и притом очень грубо. Пассажир с исчезнувшего поезда? Вы ехали в том поезде, что исчез прошлой ночью? Да, я слышал, что он исчез, но мне все равно, потому что нам пришлось бы сойти в любом случае. Наши билеты были в порядке, это точно. И в довершении всего билетный контролер высадил всех, за исключением кучки богатеев. Конечно, таким, как они, билеты не нужны. Описание богачей. Вы могли бы рассказать еще о той счастливой группе? Да, могу. Они все иностранцы, похожие на испанцев, франты со змеиными глазами. Очень интересно. До свидания. Очень, блин, интересно. Вот этот вот богатей, мистер Робинсон. Добрый день, сэр. Добрый день. И с кем я разговариваю? Меня зовут Шерлок Холмс, а это... Вы представляете эту чертову железнодорожную компанию? Потому что у меня жалоба. Мы не из этой компании, мы... Ну, в таком случае, мистер Шемрок Фломс, прошу извинить, я не в настроении заниматься пустой болтовней. Ну вот. Какие вы все. Австралийская шляпа. Дорогая одежда. Кожа крокодил, ни хера себе. Большое золотое кольцо.
Вы должны быть мистер Робинсон, верно? Да. Я веду расследование дела об исчезновении поезда. Мне бы хотелось, чтобы вы ответили на мои вопросы. А, ладно, хорошо, мне нечего скрывать. Полагаю, это вы заказали специальный вагон? Да, специально для того, чтобы безопасно привезти мой прототип в Лондон. Мой прототип произведет революцию, он может вырабатывать электричество. Вау. Я бизнесмен и инженер. Я уже нашел нескольких потенциальных заказчиков для моего изобретения, но я очень надеялся на совет директоров, ехавших в поезде прошлой ночью. Илон Маск, блин, начинающий. Так, руководство компании. Вы упомянули совет директоров. Какую компанию они представляют? Чилийскую компанию Баркас-Засс. Я договорился с ними о встрече, но они исчезли вместе с поездом и моим прототипом. Что вам известно о компании Баркас-Засс? Это большая южноамериканская компания. Они проявили большой интерес к моему прототипу, у них бы хватило средств для вложения. Ценность прототипа. Тоже ваше революционное изобретение. Оно очень ценное? Боже мой, сэр, оно бесценно. Оно способно изменить весь наш мир. И при этом я продавал его почти даром, из любви к человечеству, знаете ли. Не знаю, смогу ли я отправиться после такой катастрофы. Не могу поверить, что оно исчезло в этом проклятом поезде. Вы ехали в поезде? Мистер Робинсон, прошу уточнить, вы сопровождали ваш прототип? Да, сопровождал, но мне пришлось сойти с поезда из-за этого тупого начальника станции. Я получил телеграмму, что один важный человек, мистер Бромсби, желает встретиться в зале ожидания. Я просто сообщил вам. Мистер Бромсби — состоятельный джентльмен. Его интерес к моему изобретению был неожиданный. Так что да, я согласился на встречу. К несчастью, его там не было. Я подумал, что, вероятно, он задерживается и решил подождать. Но, несмотря на все мои просьбы, поезд поехал без меня. Абсолютно недопустимо. Ну да, действительно. У нас строгое расписание. Мы не могли ждать. Правила предписывают отправление поездов вовремя. Вы идиот! Вы за это заплатите, я вас уверяю. Дед, реально, как так? Билетный контролер заставил покинуть поезд всех пассажиров, кроме директоров чилийской компании Баркас-Засс. Прям какой-то РЖД, блин. Такс. Никаких следов. Так. Ну-ка, чилийские... Чилийцы остались в поезде вместе с людьми. Так, случайно. Чилийцы случайно остались в поезде. Билетный контролер их не заметил. Чилийцы ищут директоров чилийской компании Баркас-Засс. Специально оставили в поезде. Контролер высадил всех пассажиров из поезда, кроме чилийцев. Ну-ка, сайт. Ну-ка, что там еще? Никаких следов поезда. Ну ладно, понятно. Так, и что нам дальше делать? Спросить начальник станции. Получил телеграмму. Так. Где этот начальник станции-то? У камина его тут классно. Щель в полу, листок бумаги. Мы прям при нем будем шариться, что ли? Страховой полис для прототипа Робинсона. Приличная сумма. Ого. Томас Робинсон застраховал свой прототип автономный электрический генератор. Настоящим полисом гарантируется возмещение стоимости прототипа до 50% в случае потери. Максимальная сумма выплаты 15 тысяч фунтов. Срок действия 1 год. Возможно продление. Опа-на. Ага.
Так, ценный страховой полис. Ну-ка. Телеграф. Телеграф. Блин, туда иди. Очень интересно. Добрый день, джентльмены. Чем я могу вам помочь? Добрый день, сэр. Меня зовут Шерлок Холмс, и я расследую исчезновение поезда прошлой ночью. Понятно. Я начальник станции Бертрам, но мой шеф не давал мне распоряжений. Не знаю, можно ли... Не беспокойтесь, у меня всего несколько вопросов. Проблемы с пассажирами. Начальник станции Эверетт из Ившема рассказал, что вы сообщили о проблеме с пассажирами прошлой ночью. Верно, на этом поезде регулярно едут рабочие с Ноттингема, но вчера всех заставили выйти на моей станции. Не представляю, зачем это задержало поезд, но хуже всего то, что мне нужно разбираться с двумя разъяренными пассажирами, которые жалуются на услуги. Они просидели здесь всю ночь, но люди редко обращают внимание на правила, знаете ли. Есть очень четкие и ясные правила. Параграф 234 статья 2Г-43 гласит, что в случае жалобы вам следует... Да, спасибо, я понимаю. Преданный своему делу. Молодой. Очевидно. Чистая одежда. Инструкция. Пятна чернил. Что-нибудь необычное вчера? Помимо высадки пассажиров, заметили вы что-нибудь еще необычное прошлой ночью? Заметил, и я указал это в своем рапорте вышестоящему начальству. Что же это? Извините, но я не могу вам сказать. Сообщение начальника конфиденциальное. Конфиденциальное, говорите? Как долго вы здесь работаете? Я работаю достаточно долго, чтобы научиться управлять станцией. Так. Может, страховой полис? Может. Позвольте поговорить на чистоту, мистер Бертрам. Ваш возраст и неуверенность в работе достаточно очевидны. Вы не можете отрицать, что лишь недавно закончили учиться. Я был лучшим на курсе. Послушайте, молодой человек, я понимаю, что вы пытаетесь защититься всеми вашими правилами, но я представляю закон. И вы препятствуете расследованию важного инцидента. Я бы предположил вам действовать сообща с мистером Холмсом. Подумайте о карьере. Это хорошо. Я расскажу вам все. Сначала я отругал билетного контролера. Это он сказал пассажирам выйти, но он не имел права это делать. Он был очень груб. И затем, уже позже, я получил очень своеобразную телеграмму от моего коллеги со станции Честерфилд, следующей остановки. И что же было в телеграмме? Ну, там очень странная вещь, она практически нечитаемая, множество ошибок и все расплывчато. По ней трудно понять, отъехал ли поезд от станции или нет. Можете сами попытаться прочитать? Давай попробуем. Нам следует поехать на станцию Честерфилд. Нужно выяснить, видел ли начальник поезд или нет. Честерфилд, железнодорожная станция, поезд прибыл в 0:30, отправился в 0:35. Ага. Такс, но сейчас мы, наверное, у того мужика спросим насчет страховки. Страховка для прототипа. Судя по этому документу, у вас есть страховка для прототипа. О, слава богу, где вы ее нашли? Возле телеграфа. Должно быть, выпало, когда я пытался отправить сообщение, но мне помешали. Прошу прощения за это, но правила запрещают пользоваться телеграфом для посторонних. Попомните мое слово, вы сами выроете себе яму, вы не знаете, с кем связались.
ценный саквояж. Смотрю, вы носите саквояж с собой. Почему вы не оставить его в комнате для багажа? Мне есть о чем думать и без этого. Я потерял свой прототип, а этот идиот-начальник стоит рядом и ничем не помогает. Да, ничего не сделано. Начальник станции, полагаю, в правилах написано, что багаж должен сдаваться в багажную комнату. Я немедленно это сделаю, сэр. Прошу прощения, сэр. Этот Робинсон тот еще тип, нужно узнать о нем побольше. Знать, что было в вагоне выполнено. Знать больше о Робинсоне. А где о нем узнать? У него? Поспрашивать. Я с места не сдвинусь, пока мне не возместят убытки. А что он там отправлял, мне интересно. Уж у него... Anything, ничего не трогать. Ладно. Тут больше ничего нет. Так, а вот здесь... Да, нас не пустят. Ладно. Рассерженный пассажир. Так, смотрите, багаж Робинсона в багажной комнате. Станции. Такс. А где у нас багажная комната? Вот это багажная комната. Нет, это мешки с почты. А, вот он. Этот саквояж принадлежит мистеру Робинсону. Мы уже поняли. Полагаю, нужно открыть его, Холмс. У нас форс-мажорные обстоятельства. Я прослежу. Конечно. Угу. Так. Так, что-то я не пойму. Так. Ну. Класс. Угу, деловые бумаги. Смотри, Ватсон, стопка контрактов. Очень подозрительно. Нужно внимательно их изучить. Это эксклюзивный контракт на продажу прототипа. Изобретение предназначено для выработки и передачи электроэнергии. Автономным способом. Компания Emerson Electric. Покупатель понимает, что покупает прототип как есть и согласна с этим. Мистер Томас Робинсон, продавец, не несет ответственности за любые проблемы, которые могут возникнуть с прототипом после покупки, независимо от того, были ли они известны во время покупки. Покупатель обязуется внести залог в размере 10% стоимости прототипа в момент подписания контракта. Остальная сумма передается в течение одного месяца. Эксклюзивный контракт на продажу. Мистер Робинсон продавец. Контракт. Вот еще один эксклюзивный контракт. Мистер Робинсон is the seller. Компания Гонконг. Это другой компании. Вот еще один эксклюзивный. Мистер Робинсон is the seller. И опять он продавец. Мистер Робинсон is the seller. Да. Well, it is very clear, что ж, вполне очевидно, что мистер Робинсон собирал предоплату с разных людей за свой прототип. Вот оно чего.
Сранец. Прототип интересовал многих. Нет. Блин, вот же. Робинсон жертва. Потеря прототипа — катастрофа для мистера Робинсона. Даже если он все спланировал, он потерял больше, чем выиграет. Страховка не покроет всю стоимость прототипа. Угу. Ну-ка, это не пойдет, ничего, да? Ладно. Угу. Такс. И что мне нужно к этому Робинсону идти? Да нет. I will not move from here until... Да понятно, всё. А, так, нет. Угу. Так, мотив Робинса. Потеря прототипа принесет деньги мистеру Робинсу благодаря страховке, уже подписанным многочисленным контрактом. Нет, мне кажется, вот это вот. Он-то все спланировал, мне кажется. Так, ладно. И что, у нас ничего не появилось? Нет, надо что-то делать. Или нет, мы, наверное, неправильно выбрали. Нет. Тоже нет. This Robinson fellow seems suspicious to me. Что-то не пойму. Так, подожди, нам еще куда-то. А, такс. Нам сюда надо, да? Итак, продолжим. Угу. Объявление для рыболовов. Объявление о рыбалке. Мусорная корзина. Здесь полно пустых бутылок. Бухарики какие-то тут отдыхали. Опаньки. Смотритель станции. Пьяный, что ли, спит? Как он может спать на такой работе? Простите, сэр, проснитесь. А, его дыхание должно быть, и выпил не одну пинту. И это ответ на вопрос «как?». Имейте в виду, отключился от алкоголя. Проснитесь. А, что, 72-й поезд на 18 часов прибыл? Добрый день. Мы расследуем исчезновение вчерашнего ночного поезда и хотим задать вам несколько вопросов. Давай-ка осмотрим его. Этого алканавта. Красный нос. Чистая одежда. Леска. Женат. Так, чё он пропустит? Так, подожди, что-то я пропустила. Не могу. А, вот. Ляжка. Пассажиров. Кто-либо из пассажиров сошел с того поезда прошлой ночью? Нет, никто. Я думаю, впрочем, я не выходил из кабинета, так что...
Несомненно, вы были очень заняты. И не представляете, здесь нет ни минуты покоя. Приходится отправлять телеграмму каждый раз, когда поезд приезжает и отъезжает. Странное сообщение. Начальник станции Бертрам из Бридлингтона показал мне странную телеграмму, которую вы отправили вчера. О поезде, но очень непонятную. Что? Он маленький и привередливый проныра, этот Бертрам. Я все четко помню. Было поздно, я устал, но сделал свою работу. И что с того? Не нужно быть таким мелочным. Пьянство. Вы не устали, вы напились. Расскажите мне правду, или я погнушусь отразить ваше состояние в своем рапорте. Мой друг, имейте в виду, что вы лишитесь своей работы. Ну ладно, я был пьян, я не особо много запомнил со вчерашнего. Сказать по правде, пожалуйста, не серчайте на меня. Холмс, этот человек основательно напился спиртным. Он не совсем беспомощный, но через некоторое время станет. Очевидно, что его показания не стоит доверять. Телеграмма, смотритель ненадежный. Проехал Честерфилд, поезд проехал станцию Честерфилд, однако нет уверенности, что начальник станции об этом сообщил. Не проехал. Поезд не проезжал станцию Честерфилд, начальник станции был пьян, его показания нельзя верить. Он мог отправить телеграмму, даже не увидев поезд. Как это? Да? И что тут делать? Внимательно осмотрите станцию. Итак, что у нас тут есть? Так, ладно. Азбука Морзе. Я считал, что все начальники станции знают азбуку Морзе, но нет. Так. И что мы имеем? Ой, блин, нет, не сюда. Давай сюда. Нет необходимости просить начальника станции. Мы сами вскроем замок. Классно. Опять, господи, боже ты мой. Странно, у них замки. Классно, открыли. Ага, инструменты. Эти инструменты использовали мне недавно, они еще грязные, нужно о них спросить. Какой кошмар. Может быть, он вагон закопал. Мешки с почтой. Ага. Здесь недавно тащили мешки. Французское вино. Отличный урожай. Эти бутылки не купишь на жалование начальника станции. Вероятно, их взяли из посылок. Позор. Да. Все, тут больше ничего нет. Ну, пойдем. Так, пойдем-ка к этому алканавту. Где он там? Спросим, что это за хрень вообще происходит?
грязные инструменты. У нас здесь немало грязных инструментов. А, да, спасибо, что напомнили. Я их поищу, хотя, возможно, легче вытащить их наружу. Скоро пойдет дождь. Мне интересно, для чего их используют. Некоторые рабочие приходят сюда и одалживают их. Они хотят приподнять часть пути возле одной из станций, чтобы вода их не затопила. Рабочие. Что это были за рабочие? Ну, вряд ли их прислала компания, но они приятные ребята. Они пригласили меня выпить с ними. Ха, что бы там ни было, оно того стоило. Они не англичане, нет, но они отлично знали, что нужно человеку, чтобы скрасить унылый вечерок. Тоже бухарики. Так, ну-ка пойдем. И куда нам еще? Это еще что такое? База дрезины, основа тележки. Любопытно, получается, что элементы конструкции разбросаны повсюду. Мне надо это собрать. Ватсон, скажите мне, вы верите в магию? Разумеется, нет, Холмс. Да вы настаиваете, что поезд не мог просто исчезнуть. Мы оба знаем, что это очевидно. Почему вы задаете такие странные вопросы? Немного терпения, Ватсон, вы поймете довольно скоро. Вы уверены, что видели поезд возле станции Ившем? Да, конечно, мы видели, как он приближался, его свет и слышали свисток. Но и только мы не видели сам поезд. А, но, Холмс, я немного задачен. На что он намекает? Никаких следов поезда Чарльза Эллинсовой тележки. Задание. Фальшивый пояс. Разобранная тележка, вероятно, напрямую связана с тайной. Нужно собрать ее и посмотреть, удастся лишь создать фальшивый пояс. Как интересно. Эксперимент с фальшивым поездом. Так, здесь нужно использовать подходящий предмет. Так. Так. Я что-то сюда? Нет, подожди. Колесо. Ну да, колесо. Еще одно колесо. Куда еще одно колесо? Ладно. А... Шестеренка. Шар. Нет, не то. А, это можно крутить, вот. I should use the appropriate object here. Такс. No. Что-то еще осталось? Тормоза. Так. Да, наверное. Что тут еще осталось? А, деревянная платформа. Ага, доска. Вот она. Да, блин. Мы собрали чудо-машину. Теперь у нас есть фальшивый поезд, который мы видели ночью перед станцией Ившем. Он не особо похож на поезд. Терпение, Ватсон, я еще не закончил. Используйте воображение. Для поезда нужны лишь фонарь и паровой свисток. Это что такое? Это мы используем воображение, так?
Нужно установить фонарь и паровой свисток. Так, блин, выйти. Нам нужно найти фонарь, что ли? Фонарь. Свисток. Давай туда. Нужно что-то длинное, чтобы прикрепить фонарь. Что же длинное? Блин, Ватсон, не мешайся. Серьезно, вставлю. Длинный шест, может, еще что-то. Огнетушитель. Топор, может быть, взять. Что тут? Больше ничего нет. Это ты. Так, шест закреплен, на него можно повесить фонарь. Прикрепить фонарь. Прикрепить паровой свисток. Холмс, как нам заставить работать паровой свисток? Элементарно, мой дорогой Ватсон, используй магнитушитель. Огнетушитель установлен. Посмотрим, что тут у нас. Да, блин, чудо-машина. Паровой свисток готов к использованию. И мы сейчас на этом, блин, поедем. Ватсон, полагаю, мы сделали точную копию поезда, исчезнувшего на наших глазах вчера ночью. Криминальный ум бывает самым изобретательным. Меня это приводит в трепет. Это возможно? Если кто-то вложил столько труда, чтобы сделать фальшивый поезд, то, разумеется, чтобы похитить настоящий. Ах, Ватсон, не делайте поспешных выводов. На самом деле мы лишь узнали, что вчерашний поезд не растворился в воздухе. Но вы вряд ли ожидали этого. А, в любом случае нужно найти, куда спрятали настоящий поезд. Полагаю, стоит использовать мой архив и найти более детальную карту окрестностей. Надеюсь, это окупит необходимость возить этот ваш огромный архив с собой. Наш кэбмен не проникся нам симпатией. Такс, фальшивый поезд, части рельсов, тележки. Но поезд так и не доехал до Ившема. Он исчез раньше. Кто-то сделал фальшивый поезд из тележки разных деталей со станции Честерфилд. Да, мы это поняли. И что нам делать дальше? Искать в архиве окружная карта железной дороги, найденная на станции Ившем. А где этот архив? Так, ладно, я думаю, на сегодня мы закончим. Мы продолжим это интересное расследование уже в следующий раз. Если вам понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь. Пока!